С 20 по 24 апреля в городе Актобе прошел 5-й международный фестиваль экспериментальных спектаклей «Бала-Уса». В нем приняли участие 8 театральных коллективов. Среди них труппа областного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Североказахстанские таланты стали обладателями номинации «Лучший актерский ансамбль». Артисты областного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова на международном фестивале «Бала-Уса» представили зрителям комедию сербского писателя Бранислава Нучиша «Обыкновенный человек». Режиссер-постановщик – заслуженный артист Республики Казахстан Барзу Абдразаков. Комедия «Обыкновенный человек» вошла в репертуар театра в прошлом году. История об одной семье, которая спокойно живет в деревне. О взаимоотношениях родственников, друзей. В центре сюжета амбициозный. В международном фестивале актеры области принимают участие в третий раз в 2017, 2019 и 2022 году. Каждый раз жюри достойно оценило работу театра. Что дает нам участие в международном конкурсе? Конечно, это новый уровень, профессиональный, на который мечтает выйти каждый артист. Престижная премия – достойная оценка. Также актеры нашего театра демонстрировали свои спектакли на протяжении 3 дней и заключили меморандум с кукольным театром «Алакай» из города Актобе. Это дружба, творческие отношения, обмен опытом между театрами. Мы завоевали достойную номинацию среди 8 лучших театров страны. Это стимулирует на дальнейшие свершения. Коллектив театра в ближайшее время начнет подготовку к постановке «Кулике-Батыр». Наталья Итова, Гирим Кусаинова, Адиль Нуржанов. Служба новостей.